Ну надо же, подъехали к воротам, и камера неожиданно отключилась, сразу автоматически отключилась, и не получилось снять. Это ж надо. И вот мы были внутри, там единственное, что мы там попробовали, это американское пиво, и все. Прежде чем попасть на эту территорию, естественно, был досмотр. Было запрещено делать съемки, никаких фотографий, ничего. Мы там пробыли недолго, я не знаю, сейчас боюсь даже сказать, может, полчаса, 20 минут, ничего развлекательного для нас не было. А для детей там были аттракционы какие-то, там еще что-либо, вот, ради интереса мы. Я сейчас, если мы подъедем к входу, вот тут вот рядом вход будет, я вам покажу, откуда мы входили. Это вот с правой стороны обходится территория. C'è più l'ingresso. А, non c'è? А исчезл вход, его нету. Era quello lì che... А, оно cambiato. Они изменили въезд, вот с этой стороны был въезд, а сейчас его нету, они его перенесли. Так, и ma ti ricordi una volta qui? А, qui ingresso lì, давайте. Dici? А, sì. А вон впереди вход, зря мы говорим, что нет входа. Ma, io credo di no, eh? Io credo, sì, 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 вон вход, там. Он говорит, нет, я говорю, нет. C'è l'ingresso, lui va. La strada c'è, è дорога. La strada, ma l'ingresso proprio... Ah, forse questo... Ah, вот так вот. Quello, вот он вход, с правой стороны, сейчас вот, то vai piano, но senza fermare vai avanti. Giro, giro la macchina. No, si va avanti, c'è la strada. Вот вход, отсюда мы входили. Вот по этой дороге, perché non... Ma fai lì, dai. Franco. Ой, он говорит, дело с ним, ну нельзя делать. Тебя. Поехали отсюда. Ну, сипо фары. Нельзя делать. Франко, у нас вала дела, конкурса страда. Ситуна конкурс. Почему я хочу по этой дороге ехать, да? Но. Каволо. Май, пиняли, кампо дерби, узарми. Кампо узарми, си. Он ничего не боится, ему все равно. А я трусиха. А блин, ну сейчас нет. Он говорит, я ошибся. И я говорю, ну ладно, ничего не случилось. Вот по этой дороге, помню, мы много лет назад ехали. И там Франко ты рекорды, перкуса страда, он вольт объема висто, он адонна вести-то. Я говорю, ты помнишь, вот ехали мы по этой дороге, эта дорога особенная здесь, стояла одна разукрашенная дама такая, девушка такая яркая, такая вся фигуристая. Я говорю, ты помнишь, он, да, я еще говорю, эта девушка что здесь делает, такая яркая, экстравагантно одета. Он говорит, девушка, это по-твоему девушка? Такой жест не показал, ужас. Это парень переодетый в девушку был. Это девушка вот с этим, он мне таким жестом показал. Ой-ой-ой. Ну все, мы возвращаемся. А вот это американская база, я еще раз повторяю вам. Вот он не боится, ведь я ведь всего на свете боюсь, а? Вот остановит, потом скажет, выложишь какое-нибудь видео и будут проблемы. Там корпуса, там люди живут, естественно, семьи семьи военнослужащих. Ведь разбираться не будут, военные есть военные. Ну ладно.